Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve, Царство Гигантов. С модом Carrigans и с подборкой еще интересных и прикольных модов. Мне так, я так предлагаю, наверное, ножичек все сделать. Не хочу я его пока делать. Нам нужно набить камней, давайте своими силами тогда без свиней пока набьем. Потому что камней у меня мало. Со свиньями тут как-то тоже колупать долго. Давайте коала-слоника выследим. Раз уж он нам попался, может какого-то интересного поймаем. В таком биоме может быть каменный коала-слоник, по-моему. И... Какой? 47-й день? На варга мы можем нарваться, конечно. Тоже интересный. Правда, это не слоник совсем. Так. Стой, где след только что? А, вот. А мы к дому тем более идем. Нормально так. Так. Отлично. Дальше идем. У нас тут мед, кстати. Рыбу не видать. Должна быть рыба. Не видать. Так, вот. Что-то куда-то он забредает в другой лес. Ну, может быть, обычный будет, кто его знает. Ну, давайте все равно попробуем. Поймаем какого-нибудь. Так. Тут еще свиньки. Крот. Да, черт, давайте возьмем. Хотя зачем он мне крот? Можно сделать. В какой стороне? Там, где-то кто. Где-то здесь. А, коала-слоник. Слушайте, это, по-моему, модовский коала-слоник. А ты какого черта не. Да, этот коала-слоник с перьями, перьевой коала-слоник. И он, сволочь, меня не боится. Он не боится нас. И, кстати, такой слоник, блин, я не помню, то ли около такого слоника, то ли около другого. Около этого птички должны появляться, по-моему. Есть слоник, который вот гуляет, и около него цветок какой-то мудреный там появляется. Я, блин, просто прочитал уже... Позже описание модов, они, оказывается, не просто так слоники, там из них разные вещи выпадают. Давай двигайся, сволочь. Двигайся. Он вообще не боится нас. Оказывается, когда этих слоников убиваешь, там рассудок падает, голод, там что-то еще происходит с нашим персонажем. И плюс еще вот около этого птички должны появляться. Птички и около какого-то цветок на месте его появления может быть цветок. Черт, а это что? Так, этот, оказывается, еще и убегает от нас. Который не нападает нифига. Это фигово. Давайте его гнать тогда в сторону базы, а то у меня все занято. Пока я его выслеживал, у меня, блин, это как... Все, забил я. Весь инвентарь забил. Поэтому давайте его куда-нибудь в базе подведем. Мы, кстати, могли бы его вообще на ловушке нагнать сейчас, он сдол бы. На ловушке мне не хочется тратить. О, пускай стоит пока здесь. Мы сейчас освободим место. Так, что нам нужно? Скинуть траву. Скинуть дофигище веточек. Кстати, веточки вот ими. Добавляй топливо, не вопи. Не вопи. О, отлично. Так, что у нас тут? Вот это скинем. Крота убьем. Потом, если захочу, сделаю из него какую-нибудь фигню. Так, арбузы портятся. Вот так вот. Нам рассудочек, кстати, мороженое может сделать.
Семечки. Блин, не посадил никакие семечки. Плохо. Так, уйди отсюда пока. Я тебя сейчас убивать буду. Подожди. Уйди, уйди, уйди. Сдвинься, сволочь. Так. А какого черта тефтельки? Я мед не добавил. Я, наверное, мед забыл добавить. Так, вот так вот. Вот так вот. По-моему, вот так вот. По-моему, арбуз получится. Он охлаждает, но в то же время рассудок поднимает. Но это не тот слоник. Блин, вот цветок прикольно около базы. Если бы он появился, то можно было бы взять и замутить себе. То есть около этого цветка появляются светлячки. Но этот слоник не тот. И это жалко. Да, появился арбуз, как он там, на палочке, или как оно, мороженое. Арбузный леденец. Фак, отвали. Отвали. Где этот черт там? Он же спит? Спит. Нормально. Вот рассудок сколько у нас? 68. На двадцаточку. Ну и так как мы около костра, сейчас мы высохнем, все будет окей. А, у нас есть что? Есть ножик. Так. У нас есть камни немножко. Есть немножко дерева. Давайте еще домик свина. Еще одного сделаем. Так. 3, 4. 3 блока. А этих я, наверное, буду собирать. Пока. Набор 6 штук, по-моему, их. Я надеюсь, никто у меня их не сопрет и не сожжет, и не пропадут они у меня. Так. Домик свина делаем. Веточки. Веточки у нас здесь. Мясо монстра с собой. Это все к королю свиней. Шлем пускай будет. Зонтик тоже. Кирка тоже. Это нам тоже нужно. Место более-менее освободили. Рассудок какого-то черта. Все с рассудком пока еще печально. Так. Так, так. Так. Наверное, сделаем. Сейчас должна медовая фиговина получиться у нас. Так, и... Убьем его, наверное, давайте. Какого черта он тут ходит? Так, ты куда побежал? Давай на вид, чтобы тебя... На вид, чтобы все тебя видели. Чертила, стой. Да, этот слоник убегает. Это птичка, птичкин. Как его, пернатый, короче, слоник. Из него перышки должны выпасть. Ох ты, черт, сколько птиц. Чё-то я такого не видел еще. Это что? А, это хобот у него такой странный. Нормально все. Это такой странный хобот. По три... два пера таких, три таких и... четыре таких. Так, нормально так с перьями. Кстати, перья. Дротик у меня наделался... Фак, я яиц не приготовил. Мне чем муху-то потом убивать? Так, давайте наделаем дротиков хотя бы. По-моему, так. И, по-моему, вот это нам нужно. Если я ничего не путаю. А, духовой дротик нужны зубы. Зубы тоже вроде были, только мало. Так. Как раз рассудочек себе тоже поправим. Так, давай, 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 давай. Муху. Огненную муху, или как она, драконью муху. Я не знаю, чем я буду убивать. По идее, ее взрывать хорошо бы. Но у меня яиц тухлых нет, я их не приготовил. Хотя они, может, и успеют испортиться. Сколько тут у нас мяса этого? Так, давайте мы немножко, наверное, наготовим. Так. Так.
Вообще нужно 15 пороха, ну, хотя бы 8 тухлых яиц сделаем. Блин, давно это нужно было готовить, это еще зимой нужно было сделать. Так, это съедаем. Траву забираем, 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 забираем. Это тоже забираем. Так. Это сюда. А, траву сюда. Так, траву лишнего. А, яйца положу в рюкзак. А, главное не забыть про них. А, в рюкзаке вроде нормально так они будут портиться. А, там пока ничего не выросло. Давайте это сюда. А, пойдем глянем, какие грибы у нас растут. Вообще нет грибы. Грибы наконец-то начали расти. По-моему, зимой не росли у нас. А, где еще один зеленый? Должно быть три. Так, еще синих набрать грибов. И сделаем пенек. Так, это забираем. Вот этот лес пока рубить не стоит. О-о-о. Это ж гадина сейчас у меня всех этих... не понял, не понял. Ты какого черта? Так, так, бьем ее. Бьем. Она мне тут нафиг не нужна. Так, это мы съедим, это заберем. А, паучки, стой. Так, забираем. Забираем, забираем. Отлично, еще мясо. А, король свиней, держи. Узелок, давай мне золота много. Так, держи пробку. А, молодец, смотрите, какой он радостный, блин. Так, отлично, я богат. Отлично, золото набрали. А, иди сюда. Отлично. А, у меня палка-махалка сломалась, ё-моё. Так. А... кто-то там есть, угорь. Так, придется тростью их махать. А, у меня ножик есть. Так. Отлично. Убил и, по-моему, сломал. Сломал себе. Отлично. Отлично, шикарно. Набрали всякой фигни. Вот это я думаю поставить. Кулем туда нужно поставить, где у меня бифы, убили все. Кстати, там много всего хорошего можно забрать. Сгонять бы туда, наверное, нужно. А, я домик не поставил, да? Да. Свинкин домик не поставил. Так, ставим. О, кстати, раз, два, три, четыре. Все, все нормально, четыре домика, четыре свиньи. Четыре свиньи есть, мясо монстра у меня столько есть. А, приманим. А, о. Собираем, собираем, собираем. Вот эту грядку зря я поставил, из нее в ней хуже растет все это дело. Так, морковки. Арбузы сожрем просто. Черт, из угря что-то там хорошее делается. Мне, я помню, давно писали. Я, правда, не помню уже нифига. Можно королю свиней на золото менять, я помню. Так, шестеренки у нас есть. А, по-моему, две. Так, а, два камня. А, я много чего не выложил, плохо. Так, это сюда. А, мясо с собой. Лечилки. Блин, нужно сделать лечилки. Сейчас забуду, правда. Так, берем вот это. Берем вот это. Делаем себе 5 лечилок. Где они, лечилки? А, они тут. Выживание. Лечебных мазей. 5 штучек как раз у нас, на них все хватает. Отлично, пускай будут. А, дальше. А, мне, ну... ай ты черт, а, хотя пускай будет. А, блока не хватает, да? Я сделать его не могу, фак.
Ладно, сейчас сделаем. Так, это можно так сожрать. Два золота оставим тогда. Дальше вот этот тоже можно сожрать. Вроде ничего не падает, ни рассудок, ничего, все нормально. Грибы, синие грибы. Отлично. Все, окей, забрали. Синие грибы есть, зеленых лишнего. Давайте их тогда пожарим. Так. А то меня шум уже задолбал. На эту штуку. Да, 2 золота, все правильно. И 15 льда нужно взять. Снежкометку я еще хотя бы одну сейчас поставлю. Так, одеваем это. Берем это. Камни есть у нас тут поблизости хотя бы, хоть один. И туда пока добежим, там тоже нет камней, да? Камни вот тут есть. Так. Хотя вон, у свиней там есть камни. Пошли сгоняем туда сразу. Как раз поставим громоотвод еще один. Вот тут вот замутим. Подожди, где у меня пчелы? Что-то я запутался. А, вот тут пчела. Угорь один, потому что рано я достал. Так, громоотвод, чтобы их не разнесло. Чертям, блин. Так. Дальше камень, хотя бы один рубанем еще какой-нибудь. Где камни тут, блин? Опять трава. Где-то тут вроде камень или кактус это. А камень, все нормально, камень. Так, отлично. Отлично. Делаем себе вот это. Делаем вот это. Делаем вот это. Это посадить нужно. И нужно свиней уже с собой забрать. Так. 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 Слушайте, а у нас же там еще... Тут колось. Блин, мне драться нечем, а есть, конечно, у меня это канитель. Я могу, конечно, сейчас сделать себе копье, как вариант. Давайте так попробуем. Броню я не делал никакую плохо. Так, пока свиньи бегут, пускай бегут. Пошли сюда. Где-то здесь у нас как раз гусь. Давайте его и попробуем сейчас забьем. Так. Стой. Копье, я же умею делать копье, правильно? Я умею делать копье. Так, делаем тогда себе копье. Все нормально, о, гусята появились. Гуся только не видно. Так, иди сюда. Так. Свиньи, стой. Вот он, появился. Так. Он легкий. Самое сложное это гусята. Это свиньи хрюкают или гончие бегут? По-моему, гончие еще бегут. Черт, подвесон такой. Так, мясо собираем. О, я так чувствую, сейчас всех свиней у меня перемесят. Черт. Что-то он говорит.
Ничего я не понял, пока. Я не слышу. По-моему, гончие бегут. Да черт, прям по мордасам, а? О, сейчас мы можем отъехать так. Я знаю, куда его натравить. Сейчас 100% сдохнет. Так, пошли. Я намок еще, черт. Пошли, пошли. И усят, кстати, мы так тоже замочим. Не, ну, конечно, королеву пчел я не буду вызывать, она его сразу убьет. Это без вариантов. А вот пчел можно вызвать. Пошли за шерстью, ё-моё. Сейчас пчелы вылезут. О, отлично. О, я замерзать начинаю. Давайте на всякий случай погреемся немножко. Попробуем высохнуть чуть-чуть. Че, не умер? Ну, сейчас сдохнет, не страшно. Тут еще же гнездо есть. Даже два. Ты какого факт черта убежал? Где пчелки? Так. Где гусь? Фак, они далеко друг от друга. Чёртовы лусята. Так, нужно его подманивать, подманивать. Нужно его подманить к этим. Ничего не вижу. Так. Вон еще вас не хватало тут, ё-моё. Где улей? Я что-то не вижу. Черт, зонтик, ты верни. Какого? Кто меня ударил? Пчела, походу. Копье, копье верни. Черт, пчелы. Ничего не вижу. Все, на пчел он, по-моему, нападает. Все, напал. На пчел напал. Вон еще полетели пчелы, отлично. Отлично, пчелы, пчелы. С ума сошел я, где пчелы? Нужно расфигачить, что тут дофига тут пчел. Как раз полечимся. Чего вас так дофигища? Копье у меня еще целое, а вот шлем сейчас разнесу. Так, ну сейчас его уже забьют. И начнутся дикие усята, которые могут все спалить тут, а вот шерсть главное забрать. Говно. А, пчелы, пчелы, блин, а... Так, а это пока выкинуть можно. Так, мне нужен шлем новый. Так.
Блин. Да задолбали вы. А... Где? А чё лусята так разбежались в разные стороны? Чё так дофига пчёл, я не пойму. А... Какого чёрта вас так много? Чё вас так много, блин? Всё, разобрали. А и усята сейчас, короче, сами разберутся с ним. Вау, вау, короче, дофига тут пчел, нафиг. Пчелы, куда столько пчел? Черт, подери, куда? Я то бью-то. Ай, черт, лусенок, он побежал туда. А это ё-моё, чё у вас так много всех? Черт, пчел вообще дофига. Убери хоть одного лусенка-то. Усята. Ай, кто меня-то ударил? А, за что? Ох ты, ё-моё! А, сейчас отъеду. Молнии бьют. Черт подери, а. Это все усята долбаны. Ох ты, ё-моё, адский замес, а. Мне бы чем-нибудь полечиться бы. Чем полечиться? Фак. Молния несколько раз по мне ударила. Так, у меня лекарств-то больше нету. Давайте жарим. Жарим тупо все мясо, семечки, все. Все, что можно. Сколько у меня там? 32. Так. Так, все, жарю. Не жалко, блин, мясо полно. И так, сейчас еще там будет навалом. Я там все равно дерутся еще. А молнии бьют по мне. Вот это мне как-то не очень нравится. Так. Давай, еще. Жри, пофигу. Сейчас сдохнем. 68. Ну так уже можно жить. Пойдем собирать халяву. Так. Это все от этих осталось. Так, перьев должны еще где-то быть здесь. Они, правда, разбежаться могли по всему. Так, это тоже давайте соберем. Раз уж валяется здесь, почему бы и нет. Пошли искать. Куда они могли? Усята могли далеко убежать. Так, вот еще валяется. Отлично, два пера. Еще хотя бы один должен валяться. Еще где-то один должен быть. Если я не ошибаюсь, то ли 16, то ли 14 перьев со всей этой оравы. Вместе с гусем. Да, свиньи в этот раз не помогли мне. Что-то быстро они сдохли. Я обычно больше, по-моему, свиней брал. Так. Черт, неужели? Нету. Должны быть. 5 перьев нужно на перо. Обычно 6 это. Обычно 6 перьев у меня. 16 перьев получалось. Так, вот только он мог куда-то отбежать. Хотя... Один бегал где-то в этой стороне. Один лусенок бегал где-то в этой стороне. Нет, это уже далеко. Где-то бегал, да, я вот точно помню. Он почему-то отдельно бегал. Ото всех. Просто по-хорошему бы на лето перо себе замутить. Которым можно остужаться.
И плюс я хочу сделать, правда, не особо классную штуку. Ну, дерево тоже удобно это фигачить. Если сейчас перьев еще не найду, значит, лучше я перо сделаю. Есть еще фиговина, которая... черт, собаки еще бегут. А у меня черного перышка нет с собой. Жалко, нет. Забыл я как. Ветродуй. Вот ветродуй можно сделать из перьев, но это нужно 10 перьев аж. Так, куда он мог гусенок убежать? Ну, есть вероятность, что я просто пропустил. Кстати, тут проход такой приличный. Я думал, тут тупик. Давайте побегаем тогда. Я не знаю, рассудок в порядок приведем. Трость возьмем. Полечиться я полечился. Все окей. Есть сабля. Так. Черт, свины есть, нет, свинья. Собак же сейчас много будет, если не ошибаюсь. Так, пауки где-то. Слышу, орут, много леса. Вот сюда вот можно это ввести. Барсука, медведя. Черт, куда я забежал вообще? Какая-то тропинка. Я не знаю, побежали, какая разница. Куда? Днем сейчас буду с собаками драться. Мне пока ночью неудобно, не видно. О, могилу я вижу, классно. Можно копнуть. Так, одеваем это. Куда я опять выбежал? Опять на эту же полянку. Фак, где? Хоть кто-нибудь. О, пчелы. О, черт, и тут этих коконов, этих ульев, короче, будет дофигища вот из-за мода. Мод на королеву пчел. Хорошо, что они просто так не выползают. То есть, когда начнешь его рушить, тогда выползут. Долбануть что-нибудь? О, бабочка. Улей долбанем. Сейчас долбанем, наверное. Они сами долбанули. Тупые собаки. Вот видите, я сколько колупаю. Хотя... о, голова. А у меня голов, по-моему, полно. Хотя у меня и место есть под все это добро. О, бабочка еще. Бабочки здоровье поднимают. О, я тоже соберем. У тебя мясо монстра. Опа, еще одна. Давайте соберем, пошли. Побежали. Смотрите, сколько добра. Перьев маловато, блин, вообще должно быть больше. Должно быть больше, блин. Что-то маловато. Да, и что тут за лес такой странный? Блин, вот мандрагоры в царстве гигантов, к сожалению, могут находиться везде, где угодно. Так, свинья, иди сюда. А, не то я тебе даю, сори. Пардон, я что-то немножко это... Вот еще одна свинья. Блин, жалко, инвентарь забит уже всяким добром. Давайте повыслеживаем, наверное, еще. Сейчас свинья наступит на кокон. А, не, мы тут со свиньями не получится. И в лесу тут нифига не видно. Тут вообще ничего не видно. О, зато красный камушек. Что можно выкинуть? Вот это я хотел посадить, давайте выкинем просто, да и все. Там пчел я уже разнес, можно сказать.
Да и больше жал мне в таком количестве не нужны. А тут могилы. Могилы можно что-нибудь интересное найти. Зеленые грибы возьму. Так. Вот еще могила. Сильный камушек. Мясо выкинем тогда. Гриб заберу. А, вот эту могилу я копнул, да? Да, эту я копнул. Правда, рассудок и так в какашку. Я еще сейчас могилу копаю. Цветочку дофига. Почему бы и нет? Можно покопать. Так, прощай, свинья. Так, ну это не моя, наверное, была. Хотя, может, и моя. О, чего точно. Интересно, куда ведет? Ну, свиньи дофигищи. Не, не копай. Мы так сожрем грибыща. Че такое? Я сюда даже не рассчитывал забегать. Мандрагора. Блин. Не факт, что я вообще найду. Я, может быть, где-то даже и видел. Я просто пробежал, да и все. Мимо. Лопата. Опа. Безделушка. Это королю свинов. Можно будет дать. Так, черт, сколько тут свиней, а? Что-то какой-то звук был странный. Только что. Я могу... О, у меня же вот лечилки. Блин, я думал, они у меня закончились. Я их переложил. Слушайте, какой-то странный. Че странно? Тут весь мир странный. Что-то куда-то мы забежали. Мандрагора тупо может где-то торчать вот так вот, хотя обычно вообще-то в открытых местах. Может так где-то торчать, за деревом я могу не увидеть. Ух ты, сколько свиней, тут можно просто зайти в домики, пошатать все. Так, еще хреновина какая-то. Вместо чего? Я даже не знаю, вместо чего. Посмотрим потом. Сейчас чем-то сожрем. Вместо чего можно? Рог, конечно, можно скинуть, но не хотелось. Да, свиней много. В этом лесу много. Можно просто прийти в домики, пошатать все и переселить к себе. Опа-на, а тут бифла. Опа-на, сюрприз. Опа-на. Вот тебе и бифалятина. Это где вообще? Я вот сюда вот, да, случайно забежал. Тут, короче, бифл еще. Ну, норм. Это хрень, фигня не мне. Тут какахи можно пособирать. Правда, они сейчас могут мне навалять. Только так. Они тут агрессивные, красные задницы. Кстати, их могут забить сейчас. Он слышу уже. Шлем, шлем, шлем. Слышу, одного загрызли уже. Мне, по-моему, драться. А, драться есть чем. Слушай, да ладно, сейчас еще и эти завалят, а всех бифола. Какого черта? Ну маленький вообще-то есть. Как он третьего уровня, я так понимаю. Пока я лечу, сейчас мне. Ай-яй-яй-яй, бежим! Пошли все в задницу. Они сейчас нападут на бифла. И тогда у меня их точно, наверное, не останется. Хотя они, смотрите, кто сразу в сторон вроде бы. Да, вон, и по толстому много, кстати. А вот внизу там не было нифига. Странно.
очень странно. А, еще грифово. Боюсь, какашки собирать, они могут напасть. Он уже бежит за мной. А, вот тебе и рога. Один рог давайте с собой все-таки возьмем. Слушай, ну место такое неплохое, а побегать, блин, тут еще есть смысл побегать, по идее. Так, с рассудком беда, мне не нравится. Давайте. Сожрем грибы. Здоровье это много не отнимает. Сожрем вот это. Так, 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 давай, 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 давай. Место освободим. Сохни. Сохни, говорю. А... Да, медведя-барсука можно в этот лес затащить. Тут пентов будет. Как черта. Тут и свиньи вон всех разнесет. А... Да, если что, главное на бифу его не тащить, а то он на бифу всех сожрет. За милую душу. Так, цветочки. Так, красные грибы не нужны. Пробежимся. Лес. В принципе, он пока вот этот лес будет валить, там уже вылезут энты. По-любому. Хотя я даже знаю, где у меня в мире энты есть. До туда дальше бежать. Да дальше бегать, поэтому. Ну нафиг. Так, лягушка, стой. Лягушачьи лапки мне нужны. Кстати, да, весна же, лягушачий дождик может вообще. Короче, тут свиней терроризируют по полной программе. Просто выносят, нужно их домой забрать будет. Так. Чёртова молния. Весной молнии фигово. О! Черт, мандрагоры есть одна. Шикарно. Шикарно. Второй нету, а то бы сразу и замутили бы себе дерево. Ну, я так чувствую, я, скорее всего, наверное, просто настройки мода изменю, чтобы можно было сделать хотя бы из одной, а там уже видно будет. Так. Потому что, ну, мандрагору я очень редко вообще встречаю. Именно в царстве гигантов. Иногда бывает вообще одна, иногда две. То есть, есть вероятность, что я буду долго-долго ее искать. Так, хотя... На полянке, может быть, где-то еще. Может валяться. О! Цветочки, кстати. Факт, что выкинуть можно? Например, лопату. Так, так, так. 8, 10, 12. Все, больше не нужно. Топливо ужаса тоже сделаю. Так, так. Отлично, собирай. Лопата, черт с тобой. Погнали домой. Пора уже домой, у меня слишком много барахла. Нужно все это домой отнести. Тут ничего не сгорело. На всякий случай пробежаться. Вдруг где-то лусенок тут. Тут где-то они же бегали. Так. Все цветочки. Цветочки. Щелки долбаные. Так, 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 так. Блин, он мог куда угодно забежать. Я же за ним не следил, они там бегали сами по себе. Я сам
по себе. Могли сгореть вообще перья. Молния ударяет, а когда лусенка бьешь, вот эту адскую. А, и либо просто молния могла ударить в какой-то момент. И все, кранты. Так, нам туда. Я до камня так и не добрался, блин, а уже 52-й день. Скоро лето. Трава не нужна. Скоро уже лето. И мне нужно к лету немножко подготовиться. И, блин, я даже не знаю. Посмотрим, может, мы королеву пчел тоже летом будем мочить. Но для этого мне, опять же, по-моему, нужно... Так, а что мне там нужно? Мне чего-то не хватает. А, мне долбанный рук не хватает, блин, чтобы оружие сделать прикольное. Так, грибы. Мясо. Угорь, черт. Угорь, что с тобой сделать? Давайте мясо закинем. Душачьи лапки не будем закидывать. Гриб. Че так получится, интересно? Кашица? Так, перья. Перья пока складываем. Так, так, это королю. Это сюда. Шлем, кстати, наверное, себе новый нужно сделать. А может, свиньям наделать этих шлемов? Так, это сюда. Стой, 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 не темней. Да фак, какого черта ты... Где? Да, да, я знаю, что ты боишься. Я сам боюсь. Так. Да какого, блин... Вешало, вы тут еще бежите. Так, пошли вон. Все вон, все в сад. Где мои посадки? Я же что-то там сажал, я собрал уже все. Семечки. А, вот семечки. Я же вроде что-то сажал. Слушайте, у меня, может, котики, еноты котики жрут, а... Да нет, вроде никогда они не тырили раньше. О, рыбные палочки, неплохо. Так, это сюда. Навоз. Навоз сюда. Это дело. Где-то тут заправляй. Снимай. Это оставим. Это оставим. Это не нужно. Дофигища шерсти. Кстати, что у нас с рассудком? О! Давай замутим себе шапку бифалячую. Шесть сюда. Шапка не нужна тебе, сними ты ее. Так. Топливо ужаса. Навоз. Так, камушки. По-моему, все, да? А, вот еще камушек. А, кстати, камушек. Так. Камушек, по-моему, сколько-то там топлива ужаса. Сейчас разберемся. И то ли 2, то ли 3 золота. На всякий случай нужно сделать. А, топливо не взял. Так, топливо ужаса. Ага, отлично. Так. Амулет. Вот сюда. Животворящий амулет, чтобы не сдохнуть. Так, это сюда. Забираем это. Забираем это. 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 Мясо портится, я так понимаю, да? Мясо офигеть как портится. Быстро. Нужно еще сушилок нафигачить побольше. Так, ну, в принципе, давайте на этом серию заканчивать. В следующей серии продолжим. Я не знаю, там, может быть, все-таки удастся нам напасть на кого-нибудь. Блин, либо тупо камень пойти добыть. Посмотрим. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, кто не подписан. Заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.